предвкушение? Не проснулся пока еще. Я уже устал. Доброе утро, друзья. Время начала 7-го. Мы вчера, вернувшись из Салоников, в Витахора, сидели в кафе и проехали 18 километров по серпантину до Приони. Приони — это стоянка, откуда начинается подъем на Олимп. Находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. И нам надо за сегодня набрать и сбросить где-то 1900 метров высоты. Самый высокий пик Эльбруса, Нитикас, 2918 метров, по-моему. Другим данным, 2917. На маршрутке на высоте 2100 метров находится приют А, где можно переночевать, перекусить. Но сезон восхождения еще не начался, и приют не работает, о чем предупреждает табличка внизу. Начинает он работать где-то середины мая. Сегодня 4-е, да? Да. Сегодня 4-е. Вот, ну, погнали. Набрали сначала 250 метров высоты, а потом еще немножко скинули. Уже жарко, надо переодеться. Идем мы уже, ну хотя не уже, а только 45 минут. Надо переодеться сразу же, шортики. И пойдем дальше. Переоделись и дальше в путь. Я понял, что я забыл баф, мультишарф, и не взял головной убор. Но голову-то, я думаю, так сегодня-то, может, не пропечет, а вот шея, я думаю, нахрен сгорит сегодня. Посмотрим. Кстати, вот, по крайней мере, начало маршрута довольно-таки оборудовано. Ступеньки с бревен сделаны. Местами перила. Ого. А на высоте, ну, почти 1400 метров, такое вот оборудованное место, родник, отсюда видно. Столик с лавочками, с крыши. Круто. Отсюда видно. Красоту. А, вот, видно вершина. Кто к нам бежит? Ты к нам бежишь? А ну что ты делаешь? Ждать быстрее. Пойдем?
почти дошли до отметки 1600 метров над уровнем моря. Время 8. Ну как-то идти более-менее сносно. У Олимпа три вершины. Митикос, согласно мифологии, где находится трон Зевса, это самая высокая скала, и Сколио. Скала считается, ну, самой... В основном ходят все на скалу. Туда идет оборудованная тропа вот через приют. А чтобы попасть на Митикос, есть более сложная тропа, а можно также пройти через скалу. То есть дойти до вершины скала и... Уже такие некоторые навыки скалолазания нужны. Ну, неподготовленный турист равно может справиться. Там где-то уклон 70 градусов. И еще, наверное, часа полтора добираться до вершины. Не знаю, дойдем ли мы хотя бы до скалы, так как там еще снег лежит. И, по сути, сезон восхождения еще не начался. Темп у нас сбавился. Что такое тут сказал? Нормально. Супергуд. Дельный совет. Кто хотел бы погулять по лесу, ну кому нравится вообще погулять по лесу, свежим воздухом подышать, советую. В горы сходить. Ну, классно, тут хорошо. И лес, и свежий воздух. Давай, сразу. Ну вообще, вот такой снег может сходить лавиной, сближавшийся. Собаки похер вообще. Ты чё, как? Друг? А он и приют показался. Высота 200 должна быть.
Кто-то костер жег. Дошли мы до приюта А, который находится на высоте 200. Хотя мой GPS показывает, что высота 250. Я не знаю, как мы пойдем дальше, но здесь, вот даже здесь уже снега довольно прилично, идти не очень комфортно без снаряжения. Ну, сейчас, наверное, остановимся, перекусим, посмотрим. Никакого влияния высоты мы пока не почувствовали. Ну, не должны были почувствовать, всего лишь 2000. А вот пакет с едой почувствовал, надулся. Угу. Понижено порциальное давление, все дела. Здесь, когда идет жарко, вот здесь уже присели, свежо. Но на солнце садиться неохота, чтобы дальше не сгорать. Лепи себе сам, да? Да. Мог бы и старшему брату слепить. Слушай, ну, вообще старший всегда ухаживает за младшим. За мной мамку ухаживал, Ольку ухаживал. Ты взял бы поухаживал за мной. Сука, дома пошутишь. Я не знаю, шутки шутить буду. Пойдем. Так, вот сначала, чтобы это, да? Дело? Угу. Ты зажрался, да? Это тоже хлеб. На тогда. Конечно, колбаса там будет. И хлеб. С водой на маршруте, кстати, проблем вообще никаких. Там, сколько там, наверное, метров 300 с начала подъема родник идет. Да, 300. И вот у приюта тоже родник. На 200. Так что, в принципе, можно было две бутылки не тащить. Угу. Ну, лучше, говорится, перебздеть, чем не добздеть. Вон, кстати, Эгейское море. Видно, ну, как-то в дымке все. Все сливается небо с морем. Вот там море. Красиво, конечно. Завтра. Ну все. Следующая часть маршрута. Перекусили, сейчас пополним запасы воды и вперед. Ну, честно говоря, большое количество снега смущает. Да? Да. Все. Я готов. Так, это я не закрываю сейчас. А это что, будешь наполнять или что? Да, тоже прям вот так вот. Целую не буду наполнять, тяжело не было. Я нашел выход, как защитить шею, да и головку, чтобы не припекло. Дилемма. Набрали, наверное, как метров 50, как приют. Дальше, ну, снег. Не сказать, что много, но такой, лежавшийся. Приют. Мокрый и скользкий. А Макса ботинки скользкие. Что Макс, наверное, пойдет, зайдет мне в приюте часок. Если я вдруг дойду, тоже снег будет до хренища. Полтора, да. Чтобы вернуться.
Здесь как бы нормально, могут бы ждать меня уже внизу в машине. А мне еще метров 800. 800. 750. Поднимешься туда, ага. Это сам к 9 вечера только спускаться будешь, туда спустишься, к 10. Но спускаться я за колени долго буду, примерно так же, как подъем. Давай, не рискуй, потому что нет еще. Ну, смотри, на крайний случай, телефон же у меня есть, все это, наверное, ловит здесь. Ну я периодически буду включать этот, отключать автономный режим. Ну я тоже. Ну давай ориентировочно. Полтора часа я жду в этом приюте. Да, а так давай 8. 8 вечера свяжемся. Угу. Все. Давай. Давай. Набрал я еще метров 100 высоты, но эти 100 метров крайне неприятны. Здесь, ну из-за снега. Здесь вроде местами снег кончается, но дальше опять впереди. И больше меня смущает не столько подъем по снегу, хотя тоже немножко стремновато, когда вот такой уклон траверсом идти, а больше спуск, когда идти обратно. То есть по уклону вниз по этому снегу. Есть сомнения в правильности решения идти выше. Я думаю, сейчас еще пройду, посмотрю, как там дела со снегом обстоят. Если там столько же снега, то, скорее всего, развернусь. Если более-менее, то пойду выше. В общем, я сейчас где-то на высоте 2300, чуть больше. Ну, то, что я вижу, мне не нравится. Все-таки, наверное, тоже развернусь обратно, потому что Олимп как стоял, так и будет стоять, а самому надо быть осторожным. Будет оказия, еще вернемся. Сейчас, наверное, сделаю пару таймлапсов, так как облака есть, и потихоньку пойду вниз. Потому что и вверх здесь лезть мало приятного, а вот вниз спускаться крайне небезопасно. Так что, наверное, пока все. Не в этот раз. А до вершины осталось набрать где-то метров 550-600, что в принципе, ну, если бы снега не было, я думаю, часа полтора без проблем можно, если так ускориться. Ну, в другой раз. И он со мной до сих пор ходит, собака, провожак. Я так и довольна.
Давай чеши. Аккуратней там. Блин, реально аккуратно. Держи меня, соломинка, держи. Ну что, в общем, Зевс, походу, в этом году не только молнии метал, а еще кучу снегу. На метал. Снегу. Кучу снегу. А еще кучу снега. Говорят, в январе здесь очень было много снега, просто нереальное количество. Встретили компанию из России. Две. А, и две компании? Нет, там еще бабушка, ну такой в возрасте мужчина. Пошли они наверх, да? Да, то ли с дочерью, то ли с любовницей, не знаю. То ли с дочерью, то ли с любовницей. Муж олигарх какой. И женщина, кстати, тоже ему такая, hello. Он такой, hello. Такой подходит, она ему на своем, на английском спрашивает, вы откуда, скорее всего, я так понял. Он такой, я из России, а я так понял, вы тоже. Конечно, собрались. Все заулыбались сразу, обнимаются. Короче, из всех, кто сегодня был на Эльбрусе в приюте, три компании русские. И вот сейчас шли, еще встретили парня с девушкой, по всей видимости, из Германии. Немцы, похоже. Ну да. Вот, и говорят, снега очень много. Потом, в том же году в Северной Осетии. Ну, в такие же даты, то есть на 3000 на Столовой горе снега, в принципе, практически не было. Ну, как так, локальными местами. Здесь же уже от 2000 уже начинается прилично так. Сугробики. Если прилично. Это здесь еще снег мягкий, мне как бы колени комфортно, а там сейчас снег кончится, я наоборот тормозить буду. Вот, и в принципе то, что вот здесь снег, здесь не круто, и снега немного, в отличие от того, что выше приюта. Там да, там как-то прям вообще ужас. Что, думаю, сегодня на вершину никто не попадет. Айтинь. Да, что там вообще про город в прошлый раз говорил? Про город? Да. Ну, это был прошлый раз. А сейчас что скажешь? Спокойно, культурно каждого. Ну вот это реально это благодать и мощь. Красота. Красота. Мы до приюта сейчас спустились. Время 4. 10 минут 5.